Привет, дорогие друзья! И сегодня у нас продолжение нашей серии «Азбука чая». Это серия блогов, где я рассказываю о самых азах чая, отвечаю на самые такие популярные, насущные вопросы. И сегодня мы поговорим о чайных подарках. Как все знают, то, конечно, чай такой идеальный, в общем-то, подарок. Практически все любят чай, так или иначе. Даже если кто-то, не дай бог, дома не любит чай, то обязательно найдется кто-то в семье, кто его любит, поэтому это очень распространенный такой подарок на все случаи жизни. Но на самом деле все может быть очень просто для случая, если вы, например, дарите чай человеку, который в нем разбирается, и вы сами в нем разбираетесь. Вот. Но если, например, вы дарите чай человеку, который не очень разбирается, то тут есть нюансы. Первое, да, что, пожалуй, стоит разобраться, это даже не то, насколько человек разбирается или нет, а вот какой, скажем так, вы ожидаете его эффект. То есть это должен быть там дорого-богато, в случае, если хотите подарить, например, своему начальнику или, там, может быть, каким-то коллегам по бизнесу, да, и вам нужно, чтобы он был презентабельный. Или вы хотите подарить ему чай больше для вкуса, чтобы человек, который, например, уже его знает, или вы хотите познакомить с чаем, то вот важно, скажем так, не столько произвести впечатление внешностью чая, внешним видом его, сколько именно самим вкусом. Но я, на самом деле, предпочитаю советовать дарить впечатление и то, и другое одновременно, потому что для этого есть все возможности. В принципе, пожалуй, наверное, самым таким понятным для визуального образа, да, будет, наверное, подарок чая пуэр, потому что красивый блин. Вот у меня, кстати, тут слюнит рядом его, но мы тут сейчас вставим какую-нибудь картинку здесь с пуэром, да? Вот. И, значит, чай пуэр, конечно, очень такой презентабельный, красивая упаковка, такая необычная немного форма. Вне зависимости от того, любит ли человек пуэр или нет, так или иначе, все равно это будет красиво. И, кстати, не обязательно дарить именно пуэр такой круглой формы блина. Бывает также белый пуэр, шен-пуэр, который очень близок к зеленому чаю, например, по вкусу для тех, кто любит зеленый чай. Поэтому, то есть, такая вот сама по себе форма круга, либо кирпича, прессованный чай, он так или иначе довольно презентабелен, и есть разные варианты. Даже есть красный чай прессованный, он же черный. Вот, то есть так или иначе всегда можно выбрать по такой вот форме. Кстати, мы решили в этой серии сделать такую маленькую пасхалочку. Если вы потом будете оформлять заказ у нас на сайте, неважно на каком, на нашем главном, на любом региональном или даже на голландском, когда я на сайте нахожусь в Амстердаме в Голландии, и мне немного непривычно снимать серию именно здесь. Вот, но да, все бывает в первый раз. И вы можете написать в комментарии, что вы пришли с видео о, значит, подарках, и, собственно, получить небольшой от нас дополнительный бонус в виде бесплатных пробничков. Обязательно укажите это в комментарии к заказу на сайте, что важно, не к видео. На самом деле, еще такой важный момент. Часто те, кто выбирают подарок именно такой дорогой для какого-то очень важного там друга, партнера, начальника, неважно, но когда вот хочется действительно произвести впечатление. И если человек, вы знаете, что он небольшой специалист в чаях, не стоит, может быть, выбирать какие-нибудь самые эксклюзивные там лао-ча, хотя, кстати, бывают и исключения, но тут вопрос, что вы должны хотя бы примерно понимать его вкус, желательно. Вот. Если вы не понимаете вкус, то можно сделать подарок из нескольких сортов чая, что мне кажется очень таким хорошим вариантом. У нас, например, есть такие наборы, как знакомство с чаем, да, самые, где вот прям большое количество сортов представлено. Есть также вариант, что вы можете, например, взять какой-нибудь блинчик пуэра и комбинировать его знакомством с чаем и каким-нибудь там сосудом для заваривания, то есть либо это взять простые сосуды, как, например, бутылка или типо, да, о которых я уже рассказывал в прошлых сериях, или же какой-то небольшой набор для чайной церемонии, что, в принципе, тоже уместно. Вот. Важно, чтобы вы понимали, что человек это может затронуть, или что если он уже интересуется чаем, то в любом случае это будет для него приятно. На самом деле, может быть, весьма такой, ну, как можно сказать, универсальный подход к подарку, особенно если узнать, что человек любит чай, то очень здорово, может быть, его будет удивить какими-то редкими сортами, которые, там, может быть, он до этого даже не пробовал, да, и если человек любит чай, то для него всегда вот новое такое вот открытие, да, discovery, которое он совершает в процессе чаепития, это довольно ценный опыт. И как раз у нас для этого тоже есть все, то есть можно посмотреть какие-то пробники, как я уже говорил, и выбрать некоторые чаи, опираясь на рекомендации, то есть всегда мы готовы, кстати, подсказать и порекомендовать, это, в общем-то, наша работа, можно написать лично нам сообщение, можно и посоветоваться в клубах,
потому что это такой тоже, можно сказать, один из любимых хобби и моему лично, кстати, и наших сотрудников, кто любит именно чай, что посоветую что-то такое индивидуальное, необычное. Есть, конечно, некие там, скажем так, самые любимые чаи, которые наиболее богато раскрывают палитру тех или иных вкусов и которые очень хороши в подарок, именно которые точно гарантированно удивят человека вне зависимости от того, насколько глубоко он в чае разбирается. Я бы лично мог советовать, если говорить тоже о пуэрах, если вы знаете, человек любит пуэры, то, конечно, выбирать что-то повыше категории, потому что, в принципе, если говорить про шупуэры, то они в целом не самый дорогой чай, да, не самый он такой топовый считается, да, а вот если говорить о шенах, то, конечно, какие-нибудь коллекционные шен-пуэры и такие выдержанные, да, как лауча, они тоже могут быть ценным подарком, даже если человек, может быть, сразу не очень сильно разбирается, со временем он может это распробовать довольно быстро. То есть я, на самом деле, очень редко встречал, когда человек, может быть, даже совсем новичок, но если он в целом просто любит чай, и чтобы он вообще-вообще не понял, это гораздо реже может встретить, чем он понял и очень сильно удивился. Поэтому удивлять тоже не стоит бояться. Еще, конечно, не менее важно, если вы, например, знаете, что человек чай любит, но у него нет вообще никакой посуды, конечно, стоит все-таки подарить какой-то чай и к нему добавить посуду. Вот, как я уже говорил, это может быть типот, это может быть бутылка, это может быть какой-то небольшой набор. И тут тоже можно очень индивидуально подойти к этому вопросу, все зависит от, ну, скажем так, уже самого подарка, вашего бюджета и так далее, потому что у нас есть, например, как и самые такие бюджетные наборы, там, до 1000 рублей там можно собрать, так и что-то эксклюзивное. Вот, и, конечно, лучше, если есть возможность, если у вас в вашем городе есть наш клуб, прийти лично, выбрать, потрогать это. Если нет, то всегда можно проконсультироваться или, например, оформить там заказ и в комментарии оставить там какие-то пожелания, чтобы вам посоветовали, с вами связались и дополнили заказ. Это тоже мы любим делать. Вот, поэтому всегда не стесняйся это спрашивать, если нужно. Еще на самом деле очень важный момент – показать вот все разнообразие чая. То есть самый простой вариант, как я уже говорил, это, конечно же, будет такое знакомство с чаем, но можно и выбрать, в общем-то, опираясь на свой какой-то вкус. То есть есть самые известные чаи, например, какой-нибудь гуанин или дохунпао, или яркие гуандунские улуны, из которых тоже можно выбрать понемногу. И если вы знаете какие-то, например, особенности человека, которому вы хотите сделать подарок, что вот, например, он любит, то всегда можно вот выбрать что-то из категории такой вот максимально близко к его вкусу, да, но есть какие-то просто проверенные абсолютно варианты, например, набор знакомств. Также еще есть у нас опция, например, сертификат. То есть просто вы дарите подарочный сертификат на какую-то сумму денег, человек сам приходит и покупает то, что ему хочется. Но это не всегда бывает удобно. И все-таки я лично, например, как такой более офлайновый человек, я, например, люблю все-таки выбирать подарок, если я что-то дарю. И, наверное, это будет более интересно. Но тут все зависит от вас и все зависит от случая, да, когда это уместно. Вот, поэтому можно использовать и то, и то. Ну и далее, значит, это уже переходим к подарку, например, для человека, который очень хорошо разбирается в чае, то есть как вот себе, как вот вы знаете, что человек любит. Конечно, здорово, если вообще разбираетесь, именно какие конкретно сорта он любит, но тут тоже могут быть разные варианты. На самом деле, достаточно тонкие, необычные будут белые и желтые чаи, то есть это всегда что-то такое, что удивляет. Особенно если это красиво преподнести, красиво заварить, то всегда будет такая богатая палитра вкуса, необычная очень. И можно тут, в принципе, выбрать любые белые, любые желтые чаи в зависимости от пожеланий. У меня один из любимых – это Байхао Вэньчжэнь, это серебряные иглы с белым ворсом. Пожалуй, это такой главный белый чай, можно сказать. Кроме того, весьма тоже и презентабельный по внешнему виду, и очень вкусный пуэр в бамбуке. У нас недавно появились такие из Вэньшань, это традиционный чай, который немножко так прокаляют бамбук на углях. Вот, там есть и красные, есть и пуэры. А вот они иногда у нас, конечно, заканчиваются, появляются снова, но тем не менее это очень тоже классный подарок и такой необычный визуально. Из шупуэров, кстати, конкретно могу посоветовать пуэры с бирманского сырья, потому что они весьма необычные. Есть такой, например, миндянь. Шупуэр такой маленький блинчик, надеюсь, у нас какое-то время еще будет в наличии, потому что с шупуэрами вообще... С пуэрами есть такая история, что сырье часто меняется, поэтому какие-то названия, какие-то даже ссылки, которые будут в описании, они могут закончиться, эти чаи, но вы не пугайтесь этого, всегда можно выбрать что-то другое из того же раздела и посмотреть на другие чаи. Но вот пуэры из бирманского сырья тоже очень нравятся многим, скажем так, гурманам, потому что у них необычная палитра, отличающаяся от такого классического пуэра, и часто, когда
технологии купажируют это сырье, оно тоже весьма так необычно проявляется, да, то есть это получается более такие неожиданные вкусы в шу, которые иногда некоторые даже не ожидают. Например, у нас был один блин недавно, который гости заваривали его и раскрыли, в нем нашли несколько зеленых листьев и говорят, вот это как бы еще он не доферментировался, а это на самом деле тоже экспериментальная технология, то есть некоторые технологии специально немного делают более мягкую ферментацию, потом купажируют чай и получается что-то такое необычное. Еще, конечно же, для любителей чая, кто уже, скажем так, каким-то стажем, будет очень важным и открытием, возможно, не для некоторых, кто еще разбирается, но еще не настолько, это улуны уишаньские, но не которые более известные, как же Дунпао, там Жоугу и там, да, а какие-нибудь другие, например, Байтяньяо или какой-нибудь Шуйсянь со старых кустов, или, может быть, еще какие-то другие сорта. Всегда очень довольно большая коллекция у нас уишаньских улунов. И если вы знаете, что человек любит Дунпао, то очень здорово подарить ему какие-то вот другие уишаньские улуны. Как правило, они тоже очень нравятся тем, кто любит такой чай, и они раскрывают в нем что-то новое. Очень тоже необычный чай, мне кажется, для любителей и для ценителей, чтобы так вот удивиться, это красный чай с жасмином, то есть деньхун с жасмином, действительно полностью натуральный чай, но при этом имеет яркий аромат жасмина. Все знают зеленый чай с жасмином, который, кстати, тоже есть, и который тоже очень хороший подарок, особенно девушки любят. Вот. Но красный чай с жасмином это что-то необычное, потому что ну, очень редкий. То есть я его встречал сам всего лишь у двух производителей, и такая некое новшество для Китая, и даже до Китая, да, у нас-то и подобно, поэтому тоже будет ценным подарком. Ну и, конечно же, габу-улуны. Это наш такой, можно сказать, даже бестселлер, потому что очень много такого чая мы встречаем практически везде в последнее время. То есть габа все более и более популярной становится. И я думаю, что это тоже такой универсальный просто подарок, потому что это и улун, который очень фруктовый такой, приятный, какие-то бисквитные ноты, легкая кислинка, всякие фруктовые послевкусия. И воздействие габы тоже очень приятное. Как вы знаете, это гамма-аминомасляная кислота в этом чае содержится, которая очень позитивно воздействует, в принципе, на мозг, на мозговую активность, очень поднимает настроение. Поэтому габа, в общем-то, один из таких топовых чаев, может быть, наравне с пуэром, такой же популярный. И тут можно выбирать любой сорт, особо не заморачиваясь на каком-то конкретном, сделать либо набор габа, таких вот тоже чаев, упаковать, может, там, в баночку или в пакет, тут уже как бы нравится внешний такой вид, но вот сами эти чаи очень хороши и понятны в большинстве случаев практически всем. Есть еще несколько рекомендаций, которые для совсем хорошо, скажем так, разбирающихся в чае людей. Пожалуй, топовый здесь будет чай, это наши чаи из Юнде, это дикорастущие чайные деревья, с которых делается красный чай, шенпуэр, а также еще дикие пурпурные почки, дзиябао, например, тоже мы делаем из этого же сырья. Я не устаю его рекомендовать, я уже много о нем тоже до этого рассказывал, но не могу не упомянуть и в этом видео тоже, потому что это просто поразительно. То есть это Юндея Шэнхунча, прежде всего, дикорастущий красный чай из Юнде. Это не тоже из Юнде, а также Дахэйча, то есть с больших черных, как они называют, большой черный чай из больших чайных деревьев. Шэнпуэр тоже очень хороший. Ну и другие чаи из Юнде. Есть также у нас еще Шупуэр из Юнде, но это уже более бюджетный вариант. А вот эти вот как раз я смело могу назвать просто топовым чаем, потому что он ну, действительно уникальный. То есть какие-то фруктовые ноты, кислинка, вот эта вот очень яркая и такая легкая горчинка, свойственная именно для дикорастущего сырья. И то, что экспозиция у нее по сути бесконечна, то есть вот там, может, там до 20 проливов мы как-то делали этого чая. Это наша такая гордость, можно сказать, потому что я, вот, собственно, был в самом этом регионе и в Юнде, и мы вот уже третий год сотрудничаем с фермером с этим, и я безумно доволен его качеством, его подходом, то есть там, в принципе, в этом регионе нету даже чайных кустов, там только чай из деревьев собирают, и поэтому это такая вот, можно сказать, бриллиант нашей коллекции. Также можно добавить, я уже говорил про уишаньские улуны, но есть вот еще два таких очень, скажем так, специальных уишаньских улуна, это первый бадзигуань, белый петушиный гребень, и байтяньяо, небесный пояс, да, то есть вот эти байтяньяо, да, они как раз тоже такие вот два весьма специальные по вкусу, необычные, потому что
белый петушиный гребень, у него даже внешний вид самого куста необычный, у него такой побег светлый, почему он называется белый петушиный гребень. А вот, а Бонтиньяо, в принципе, тоже один из самых известных утесных улунов, но при этом у него вкусовая палитра довольно сильно отличается от самых популярных, как Дахунпао, Жогу и Шуйси, они тоже может очень приятно удивить. Но также еще есть такой тоже у нас, скажем, бестселлер, это Габа Ишичкю называется, супер хай квалити, мы так ее назвали, она пропечена, то есть это там термическая обработка довольно высокая, но при этом еще и высокое содержание гамк. А по вкусу он немного напоминает лауча, иногда еще называют лауча ван такие чаи, но при этом это габа лауча. То есть, хотя это не лауча, на самом деле просто пропекание, которое имитировало вкус выдержанного чая. То есть это действительно очень такой вот необычный чай, который я считаю по праву можно назвать таким одним из самых таких неординарных, который тоже заходит практически всем, кто любит, например, такие ферментированные темные чаи, как правило, да, не слишком светлые, и при этом еще и такую бисквитную, богатую палитру вкуса, которая присуща всем улунам в целом. Вот поэтому я бы тоже его мог рекомендовать. Ну и, пожалуй, да, еще парочка таких вот интересных инсайтов. Это самые, наверное, такие вот для ценителей, я бы даже сказал, чаи. Это самые хай-грейдовые, то есть такие небюджетные, скажем так, гуандунские улуны. Вот. Есть у нас такой сорт, называется Алфухоу Дун Лао Дансун, то есть со старых кустов гуандунский улун Алфухоу. Да, потом, значит, есть еще такой чай Удун Лао Цун Лейда Чай, такой есть сорт Лейда Чай. Есть, на самом деле, очень много других сортов, тоже с пика Удун непосредственно, в горах Фанхуан на севере провинции Гуандун находится это все. Особенно те, кто, возможно, смотрит мое видео до этого, все эти названия не слышал, это может быть немного непривычно, но не пугайтесь, ссылки тоже, как я уже говорил, есть в описании на все эти чаи. Они действительно очень удивительные, то есть это прям как такой премиум сегмент, можно сказать, среди улунов, да и вообще среди всего чая, потому что каждый из этих сортов собирается очень небольшое количество, а там бывает даже так, что там 2-3 дерева и все, да, и это тоже, как правило, старые чайные кусты, либо даже деревья, и вкус у них очень необычный, то есть это самая богатая палитра вкуса, пожалуй, в принципе, из возможного из чая, потому что там есть и терпчинка такого достаточно крепкого чая, который ближе, может быть, немножко к красному, да, есть и очень яркие ноты улунов, да, то есть цветочные, фруктовые, если крепко заварить, то это будет достаточно такой очень мощный по воздействию чай. В общем, улуны севера Гуандуна – это, пожалуй, такой один из самых топовых подарков для именно ценителей, кто разбирается в чае. Ну и, пожалуй, конечно же, не могу не упомянуть лао-ча. Для ценителей чая выдержанный чай – это, пожалуй, всегда что-то необычное, но можно еще отдельно упомянуть, например, лао, любао-ча, то есть выдержанный чай любао. Выдержанный чай может быть вообще хайча, в принципе, да, то есть у нас сейчас довольно широкий ассортимент, и планируем его расширять. И это всегда что-то удивительное, то есть это не такой распространенный чай. Если, например, какой-нибудь выдержанный пуэр или даже выдержанный улун найти проще, то вот выдержанного любао не так много, равно как и некоторых сортов хайча. Поэтому я бы тоже рекомендовал, мне кажется, это очень такой интересный чай для ценителей. Ну а теперь, пожалуй, что тоже может быть довольно сложно, такой подарок для человека, который в чае вообще ничего не понимает и, более того, не стремится понимать. То есть он, например, пьет свой чай в пакетиках, и вам хочется чем-то его удивить, чтобы он заметил, но при этом это тоже бывает сложно, особенно если вы уже давно в чае, погрузились в него, а тут вам нужно сделать какой-то такой простой чайный подарок. На это всегда есть универсальный ответ, особенно там, это, может быть, родственники, коллеги по работе, значит, бабушки, мамы, папы, да, все, кто, скажем так, хотя я знаю очень многих, кто уже приобщил и коллег по работе, и родственников к хорошему чаю, вот, но вот такой как раз шаг, который я сейчас опишу, он, в общем-то, может быть очень хорошим таким началом. Прежде всего, конечно же, это красный чай, который все постнародно называют черным, китайцы называют его красным, тоже я об этом отдельно рассказывал, хунча по-китайски, значит, да, вот, а мы называем его черным чаем. Это диньхун, это сяоджун в разных его разновидностях, есть такой еще хэлань сяоджун, у нас тоже очень популярный чай, вот, очень такие понятный базовый вкус, но при этом он разительно ярче и вкуснее, чем обычный какой-нибудь пакетированный чай или там чай супермаркета.
но он будет сразу похожим, и он будет сразу распознан как что-то уже знакомое. То есть он не будет слишком удивлять, особенно если человек к этому не очень готов. Также очень многие, кто только-только начинает знакомиться с чаем или вообще в нем ничего не понимают, не видят особой разницы между зеленым чаем и улунами. Я об этом тоже рассказывал в серии «Азбуки чая» про улуны. И есть такой чай тигуанинь. Пожалуй, это тоже вот один из таких топовых случаев, когда вы знаете, что человек любит как бы зеленый чай или там светлый чай. И тигуанинь – это будет идеальный подарок. У нас есть такой сорт тигуанинь тулоу, один из моих любимых. Есть также разные другие сорта тигуанинь, железный бодхисаттва. Да, это тоже такой цветочный, яркий, сиреневый, вот эти вкусы, ароматы. Он, его очень сложно сделать непонятным, его сложно испортить не очень правильным завариванием. Он просит обычный кипяток, в отличие, кстати, от зеленого чая, и всегда легко его заварить даже самым простым способом. Поэтому такой тоже идеальный подарок для человека, который в чае, может, вообще не разбирается. Ну и тоже такой очень распространенный подарок. Причем, кстати, он подойдет и для тех, кто разбирается, и для тех, кто не разбирается в чае, или для тех, например, кому по каким-то причинам нельзя пить именно чай, но может что-то пить другое, это, конечно, чай с травами. У нас есть огромная коллекция уникальных травяных чаев, которыми, кстати, занимается мой партнер Алексей Беляков. То есть также я отвечаю за чай. Алексей занимается у нас травами и другими всякими разными суперфудами. И поэтому я могу смело рекомендовать конкретно вот травяные сборы. Например, у нас есть такое вишневое море. Это ферментированный лист вишни с другими добавками. Потом, естественно, иван-чай во всем его разнообразии. Особенно могу посоветовать копченый иван-чай или такой немножко легкой ферментации иван-чая. То есть у нас есть очень много разных сортов. Также, конечно же, наши разные рассыпные и прессованные сборы. Пожалуй, такой тоже есть «Облака издалека», мне очень нравится. Ну, самые разные, да, то есть у нас их большая коллекция, они постоянно обновляются. Вы можете обратить внимание на раздел «Травяные сборы. Мой чай». Это тоже всегда что-то эксклюзивное. Многие из них имеют такую очень презентабельную коробочку, красивую, что тоже очень хорошо для подарка. Вот. Ну и, кстати, можно снабжать, мы также еще недавно занялись деланием суперфудов, и мы сделали такие интересные конфеты с чаем. Вот, у нас есть, например, пуэр с апельсином, там зеленый чай с жасмином, там с, значит, женьшенем натуральным, причем русским женьшенем, выращенным в России. Тоже очень интересный, приятный вкус у них, классный подарок. То есть для тех, кто, может быть, это, кстати, подойдет и для чайных эстетов, и для тех, кто не разбирается в чае, потому что универсальная конфета, натуральная, причем она без сахара, без каких-то там добавок, красителей и всего такого. То есть тоже такой интересный очень продукт. И он очень здорово, кстати, сочетается и с травяным чаем, и просто с чаем, да и просто как отдельное такое небольшое лакомство. Тоже классный подарок к чаю, когда хочется чем-то его таким необычным снабдить. Потому что все продукты, которые мы делаем, и которые мы сами вот разрабатываем, это всегда что-то вот такое вот новое. Хочется немножко выйти за рамки стандартных представлений о том, какой должен быть чай или какой должна быть там сладость к чаю и так далее. Ну и в завершение скажу, что, конечно же, вместе со всем чаем как продуктом мы еще распространяем и чай как чайную культуру, да, и поэтому, конечно же, очень интересно, наверное, и дарить посуду какую-то с чаем. На самом деле я вот говорил уже про типот и про, например, бутылку, особенно для тех, кто ведет мобильный образ жизни, там часто на машине чайная такая бутылка, это очень здорово. Я о ней уже рассказывал в прошлых сериях «Азбуки чая». Но также можно, на самом деле, подарить просто пиалу. То есть у нас очень большой был пиал, в том числе, например, пиал дровяного обжига, который мы часто там расписываем вручную, есть какие-то необычные такие вот вещи, которые будут только один, только одна такая пиала, и больше другой нету. Гайвань, сосуд для заваривания, какие-то еще предметы, то есть это не обязательно должен быть полный набор. Пиала – это всегда уместно, то есть она может быть одна, особенно если человек чай пьет, то пиалочка там и какой-то набор чая – это тоже классная идея, да. Ну и, конечно, когда вы будете дарить чай, здорово немного рассказать о нем. Мне кажется, всегда тоже классное, может быть, такой очень совет. Возьмите, значит, какие-то, может быть, ссылки там, да, описание к этому чаю. Если человеку интересно в нем разбираться, то таким образом он может больше узнать о нем, и он оценит, скажем так, ваш подход к подарку, чтобы не просто там где-то что-то купили в магазине, а вы разобрались, выбрали, подошли к этому внимательно и сопроводили какую-то информацию. На самом деле, вот как когда мне, например, дарят подарки и уделяют внимание какое-то этому, мне тоже очень приятно, что это не просто что-то такое на бегу, а что-то необычное и с вниманием подобранное именно для меня. Что с этим мы тоже любим делать, и я еще расскажу, что мы всегда рады проконсультировать, если у вас есть какой-то специальный запрос.
Еще в завершение скажу, что, скорее всего, когда выйдет вот это видео, уже выйдет второе издание моей книги «География китайского чая», которое тоже может быть очень классным подарком для человека, который разбирается в чае именно. Вот эту книгу мы, сначала первую серию, первую часть мы делали 5 лет, а сейчас уже вторая книга. Уже 2 года мы где-то делали переиздание, и сейчас не могу ее показать, потому что она сейчас уже у нас отдается в печать буквально на днях. И я думаю, что к моменту, как выйдет эта серия, ее тоже можно будет приобрести. Вот. И книга – это тоже всегда идеальный подарок. Ее можно добавить, если вы хотите сделать реально презентабельный подарок, то есть, там, например, набор чайной посуды, книга, чай, там, знакомство с чаем, пуэр или что-то такое, комбинирует в любых вариациях. Вот. Или просто подарить ее отдельно, потому что это такой вот массив знаний именно для людей, кто интересуется Китаем или вообще просто вот чаем, или робот жизни, это всегда что-то такое ценное, интересное. Там очень много полезной информации о чае и просто о Китае, о путешествиях. Общая информация такая более профессиональная и всякое разное. Поэтому это всегда такой ценный презент. Ну и просто это красиво. Там очень много классных фоток за 10 лет, которые я пособирал по Китаю. Ну, подытожу. Да, очень кратко. Значит, такой самый понятный и простой подарок для человека, который любит чай, но, скажем так, просто интересуется без очень глубокого вовлечения. Это может быть просто знакомство с чаем. То есть набор и знакомство с пуэрами, с улунами, просто с чаем, знакомство с травами. Это набор пробников, где человек всегда что-то найдет, то, что ему точно понравится, и будет классный выбор. Они уже, такие наборы уже полностью готовы, то есть это просто одна кнопка, и он заказан. То есть это уже реально собрано из каких-то самых таких популярных сортов. Вот, это для тех, кто просто любит чай, но не, скажем, очень глубоко в чай. Для тех, кто любит, скажем так, удивиться или просто сходить куда-нибудь в место, в клуб, там, в кафе, куда-нибудь еще. Значит, у нас есть, конечно, чайные клубы, и очень классная история. Это подарочный сертификат, когда человек может прийти и купить что-то, и также прийти в чайный клуб. Если это наш клуб есть в вашем городе, то это тоже очень классный подарок. Обычно это очень интересно, приятно прийти провести время там с любимым человеком, даже одному посидеть, где вам расскажут про чай, покажут, как его заваривать и так далее. Это тоже классный подарок. Презентабельный подарок, это, как я уже говорил, это блин пуэра, либо прессованные травы, у которых красивая упаковка, но, конечно, нужно немного разобраться, что именно человек любит, желательно, да, но, в общем-то, это тоже универсальный подарок, причем можно его комбинировать и с другими, но вот такой вот, как вот подарочный штучный вариант, красиво упакованный, тоже пуэр и прессованные сборы, это очень здорово. Ну и, конечно же, подарок для всех, кто, скажем так, в чае не суперспециалист или вообще в нем не разбирается или даже не стремится. Как я уже говорил, это красный чай, самый базовый, сяоджуны, деньхуны, это может быть чай тигуанинь или травы. Вот, это идеально. Ну, на самом деле, можно, конечно, экспериментировать и знакомить совсем не разбирающихся в чае с чаем, скажем, таким более экзотичным. Это тоже никто не запрещает делать, но это такой, скажем, проверенный 100% вариант. Ну и тем, кто разбирается в чае, реально таким эстетом, как я уже говорил, может быть классный подарок. Книга, старые чаи какие-то, эксклюзивные пуэры, габаулуны, может быть выдержанный любао чаи. Это тоже что-то такое вот необычное, чем вы точно удивите. Ну и гуандунские даулуны, о которых я вам долго рассказывал. Вот, пожалуй, примерно так. Вот, на этом все. Конечно, очень долго можно говорить о чае, но я постарался так намного, как только это можно, более емко рассказать о возможностях и вариантах подарка, чайного подарка. Вот, и, конечно, не забывайте и делиться тем, что вы сами для себя нашли, и делиться этим опытом, рассказывать о нем. И таким образом, может быть, у вас родится какая-то своя гениальная идея. Не стесняйтесь советоваться с нами. Всем огромное спасибо, приятных чаепитий и до новых встреч!